23 сентября, через несколько минут, начнется первое заседание Совета депутатов Пушкинского городского округа. Практически все депутаты на месте. Большинство из них вы знаете. Присутствует глава поселения, председатель ТИК, депутат Мособолдумы Николай Васильевич Чебурасов. Всего в Совет депутатов избрано 25 депутатов, 15 по 3 пятимандатным избирательным округам и 10 по единому избирательному округу партийного списка. Совет депутатов сформирован в полном составе. Первое заседание Совета депутатов Пушкинского городского округа созывается территориальной избирательной комиссией в 30-дневный срок со дня избрания Совета депутатов Пушкинского городского округа. Итоги выборов территориальной избирательной комиссии официально опубликованы в газете «Маяк» 13 сентября 2019 года. Сегодня, 23 сентября 2019 года, проводится первое заседание вновь избранного Совета депутатов. Решение территориальной избирательной комиссии Пушкинского района 19 сентября 2019 года номер 112/01 о регистрации избранных депутатов Совета депутатов Пушкинского городского округа. В соответствии с частью 11 статьи 64 закона Московской области от 04.06.2013 номер 46/2013 о муниципальных выборах Московской области на основании решения территориальной избирательной комиссии Пушкинского района номер 110/03 от 9 сентября 2019 года об утверждении результатов выборов депутатов Совета депутатов Пушкинского городского округа, решение территориальной избирательной комиссии Пушкинского района номер 111/01 от 11 сентября 2019 года о передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов Пушкинского городского округа, зарегистрированного кандидата из списка кандидатов, выдвинутых Всероссийской политической партии «Единая Россия», учитывая выполнение кандидатами, избранными депутатами Совета депутатов Пушкинского городского округа требований, предусмотренных частью 5 статьи 64 закона Московской области от 04.06.2013 номер 46/2013 о муниципальных выборах Московской области, территориальная избирательная комиссия решила зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Пушкинского городского округа по пятимандатному избирательному округу номер 1 Антонова Дмитрия
Бабаченко Сергея Викторовича, Воробьева Александра Леонидовича, Лисина Виктора Васильевича, Поливанову Марию Павловну. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Пушкинского городского округа по пятимандатному избирательному округу номер 2 Волкова Алексея Григорьевича, Ломова Андрея Андреевича, Моторину Илью Андреевну, Некрасову Елену Юрьевну, Чижика Александра Дмитриевича. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Пушкинского городского округа по пятимандатному избирательному округу номер 3 Апарина Тимура Ильдаровича, Бушева Александра Александровича, Потехина Дмитрия Викторовича, Чистякова Элеонору Михайловну, Щукину Ольгу Евгеньевну. Зарегистрировать избранных депутатов Совета депутатов Пушкинского городского округа по единому избирательному округу Воробьева Никиту Дмитриевича, Ждана Михаила Александровича, Крючкова Александра Васильевича, Мушина Алексея Львовича, Одинцова Геннадия Владимировича, Панина Максима Андреевича, Перебюковского Эдуарда Васильевича, Петрова Вячеслава Викторовича, Сибирскую Ольгу Сергеевну, Шляпина Дмитрия Евгеньевича. Выдать удостоверение об избрании зарегистрированным депутатом Совета депутатов Пушкинского городского округа. Уважаемые присутствующие, разрешите вручить удостоверение избранным депутатам. Потехину Дмитрию Викторовичу.